На спаборніцтва ў Гомелі прыехала 47 спартсменаў-кінолагаў. Гэта вайскоўцы ўнутраных войск, прадстаўнікі сілавых структур Рэспублікі Беларусь, а таксама федэральная служба выканання пакарання ў Расійскай Федэрацыі. Усяго 10 каманд. Спаборніцтвы праходзяць у 4 намінацыях: па пошуку наркатычных і псіхатропных сродкаў, выбуховых рэчываў і крымінальных пахаванняў. Александра Андзёрова-Бяньковская разам з Гермесам, нямецкай аўчаркай, прыехала на спаборніцтвы з Магілёва. Кожнае выступленне – сапраўдны стрэс як для гаспадара, так і для аўчаркі. Шмат людзей, іншыя сабакі побач, новая дыстанцыя. Любая дробязь можа ўплываць на вынік. Паласун прайшоў хорошо, ну на абшчаке можна было бы лучше, но так как есть. Я изо дня в день, то есть занимаюсь постоянно собакой. Нет такого, либо общий курс, понятное дело, что он каждый день, то есть послушание, это хождение рядом, сидеть, лежать, стоять, гос, то есть это изо дня в день мы это делаем. Спецыялісты-кінолагі да сваіх адаванцаў адносяцца як да дзяцей. Валерый Перабаскін з бельгійскай аўчаркай Фёдарам нават жывуць пад адным дахам. Ён такі ж член сям'і. Як вынік, неаднаразовыя перамогі ў намінацыях па пошуку злачынцаў. У Гомель прыехалі ўпершыню. Элементы такія ж, як былі раніше ў войсках, в принципе, довольно-таки сложныя. В принципе, всё доступна, всё реальна. Беларусі нравится, очень чисто у нас. Хорошая организация, нравится очень. Сегодня в Беларуси налишивается каля 1000 кинологов. У Российской Федерации только у службы выполнения покарания працуют больше 10 тысяч. Обмен опытом стал уже доброй традицией. Служба не стоит на месте, развивается. Развивается и техника, и технические средства, развивается методика, тактика применения. Поэтому каждый год мы что-то новое видим, берем себе на вооружение. Вот. Это как полезно и принимающая сторона. В прошлом году ваша команда принимала участие в наших соревнованиях. В этом году с ответным визитом мы приехали. Поэтому я надеюсь, мы много нового подчеркнем. В прошлом году наши сотрудники Департамента охраны и спецподразделения «Алмаз» принимали участие в межрегиональных соревнованиях Юга России на базе Ростовской школы служебно-розыскного собаководства. Из 23 участников по курсу поиск взрывчатых веществ сотрудник «Алмаз» занял первое место. А по общерыхтовому профилю сотрудник департамента охраны из 27 человек занял второе место. Ну, я думаю, что уровень говорит сам за себя все-таки. На наступный год команда с Беларуси прыме удзел у спаборніцтвах у Архангельску. Команда с 3 человек поспрабуе знову подтвердить свой высокий профессийный уровень. Евген Паблавец, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».